Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и произошло что-то невероятное. Произошло то, чего я ожидать, ну, совсем никак не мог. Я думаю, по названию вы уже поняли, что мне упал кумир в паке за 5000. Как это возможно? Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. Сидел, значит, я на стриме, никого не трогал, открывал пакетики. Спасибо огромное Кантана за то, что сподвиг меня на это. Так вот, потратил я 30 тысяч фифа-поинтов, и лучше, кто мне выпал, это был Канте. Ну, казалось бы, типа, пойдет, бывало и хуже. Я вот что-то сижу и думаю, блин, что-то бы, еще бы что-нибудь поймать, например, как бы вот. Я бы не отказался от кумира. Вот реально, вот что-то сподвигло меня задонатить еще. И я задонатил не 12 тысяч, не 4600, а, внимание, 2000 фифа-поинтов. То есть 1500 рублей. Ну и прежде чем дальше я буду что-то рассказывать, давайте я вам по фасту покажу нарезочку, которая, собственно, у меня упала до этого момента, чтобы вы понимали, что мне попадало за эти 30 тысяч фифа-поинтов. Соп. Блять! О, охуенно! Хотя это мог быть Канте, но, блять... Два француза. У, скипнул! Там это, рыжий! Бартра! Хуясе! Бля, ну вот уёбки же, ну сука, ну за что мне это? Мне придется его квикать, блядь. Нихуя себе. 30 тысяч? Серьезно? Так, Горецко явно что-то стоит. Да, и двадцатка. Блин, хорошие игроки падают. Франция кто? Да, блядь, ты у меня уже есть. Ну сука, ну почему не Жезус, а? Блядь, когда мне уже икона упадет нахуй? Блять, когда мне уже икона упадет? Информ. Ну-ка, Жезус, пожалуйста, бразилец. Опять что ли? Опять что ли? Блять, ты мне третий раз падаешь. Ну, близики, ну дайте же что-нибудь, Франция. Да, блять! Да нахуй! Вот кто мне нужен был! Наконец-то, сука! Ну, привет! Здравствуй! Привет, дружище! Наконец-таки я тебя дождался, мой пиздюк! Блять, я думал, этот Дели Алли. Второй раз сразу окна. Нихуя! Интересно. Что это? Да ладно! Вот это заебись! Охуенно! Пацаны, это просто пиздата! Спасибо, PandaFX. Да, спасибо, PandaFX, говорит PandaFX. Короче, сам себе спасибо. О, два игрока из Манчестера. Опять окна, три окна подряд, пацаны! Пиздец! Такого никогда мне еще не было. Испанец, ну это дерьмо. Это понятно. Ну, блядь, сам факт того, три... окна подряд. Сейчас будет рекорд, блядь. 4 окна подряд, давайте. 4 окна. 4! Это скрим! Это скрим! 4 подряд окна! Что? Что? Старич! Да ну нахуй! Ебать! Ну так вот, пацаны, вот это все мне попадало, и вот я сижу такой, думаю, блин, еще бы пакетиков открыть. Как я и говорил, вот заносил фифа-поинты, сижу, я вообще ни на что не надеялся, ни во что не верил. Просто включил Авермедию и просто без вебки сидел вот так вот, примерно, почесывая яйца, открывал пакетики. Ну и вот, остается последний пак, пацаны, последний пак за 100 фифа-поинтов. Я даже не смотрел на него, чтобы вы понимали, я реально не смотрел, потому что, ну, типа, казалось, 100 фифа-поинтов. Типа, что может выпасть за 100 фифа-поинтов? Ну и открывается пак и... Что это? Да, блядь, такое, блядь, ночь, сука. 5000. 5000 пак. Блядь, я не могу, блядь, я сижу просто, я в трусах, блядь, сижу в трусах. Кумир, клювер, ебать. Итак, пацаны, прошло несколько минут. Я до сих пор не могу понять, как это получилось. Кто-нибудь вообще в это может поверить? Пак за 5000. Ну, вдруг, чтобы там это... Вы не подумали? 5000. Ой, блядь, фифа-поинтов, монет. 100 фифа-поинтов. Это были последние 100 фифа-поинтов на моем аккаунте. Я просто сидел, листал паки. Ничего не падало. И в последнем паке кумир. Это просто пиздец. После этого случая я однозначно убедился, что логики в паках никакой нету. Я до этого стримил. В общем, открывал много пакетиков. Самый крутой мне упал Канте за
около 30 тысяч фапоинтов. Сейчас я задонатил, блядь, на 1500 рублей. И в последнем паке за 5000 монет падает Клюверт. Я думаю, что этот видос заслужил лайка, ибо такое происходит не каждый день. В паке за 5000 ловить кумиров — это пиздец. Таким только выебываться мог раньше Ставр. Как я понимаю, в паке за 5000 ловить всяких мыслей. Теперь вот и моя очередь, пацаны. Я не знаю, что еще сказать. Пишите в комментариях, продать его или нет, или оставить, может быть, обзорчик хотите. Накидайте мне лайкусиков, это самое главное. Я хочу, чтобы вы тоже порадовались за меня, как я сам за себя.